А теперь об акулах на рынке технологий. Не поверите, но яблоко докатилось до распродаж. Apple вот впервые на моей памяти продавала свою продукцию с официальными скидками, как все. Правда, лишь одни сутки, в черную пятницу, с которой начинается сезон рождественского сейла. Цена iPad 2 и 3 поколения упала на 8%, плееры iPod дешевели на 13%, а новые MacBook на 10%. На 5 iPhone спецпредложение не распространялось. Конкуренция вынуждает Apple идти не только на разовые праздничные скидки, но вообще принимать правила массового рынка. Есть информация, что через год она создаст дешевый iPhone всего лишь за $200 и безо всякой привязки к оператору.